Актер Артур Смолянинов, перебравшись в Европу, активно поливает Россию грязью, желая своей стране превратиться в радиоактивный пепел. Между тем, еще недавно Смолянинов в родной Москве словно сыр в масле катался. По словам политика Романа Худякова, звезда фильма «Девятая рота» за один съемочный день зарабатывала 200 тысяч рублей. Огромные гонорары, говорит Роман, Артур тратил на удовольствие. Актер, как утверждает политик, регулярно появлялся в невменяемом состоянии в злачных местах столицы и спускал деньги на эскортниц. Худяков предположил, что звезда кино и сериалов употребляла не только алкоголь, но и наркотики. В состоянии измененного сознания, по слухам, Смолянинов бил жену, актрису Дарью Мельникову. Кроме того, Артур никогда не помогал матери, которая жаловалась на маленькую пенсию. Родительница Смолянинов говорил, что отдает все заработанное на благотворительность. Оказывается, Артур Смолянинов, законченный подонок, еще и врал и матери, и жене, что все свои деньги тратил на благотворительность, отметил Худяков. У Артура Смолянинова подрастает двое сыновей. Бывшая жена актера, Дарья Мельникова, одна воспитывает мальчиков. Недавно стало известно, что актрисе сложно находить средства для погашения ипотеки. Платит ли Смолянинов своим чадам алименты, точно неизвестно. Мельникова на этот счет никак не высказывается. Между тем, экс-свекровь Дарьи отказалась помогать внукам, сославшись на собственное бедственное положение. Мать Артура Смолянинова предложила бывшей невестке найти работу, чтобы гасить кредит за жилье.